Всем добрый день и добро пожаловать на мой канал. Сегодня показываю, какой корабль у нас получился для сдачи в пединститут. Ну, там зачет с оценкой идет, и студенты придумывают из соединения различных видов техник какую-либо, ну вот у кого на что фантазия способна. Мы придумали вот такой корабль, вернее Валерия сама. Здесь вот как бы чеканка идет, разновидность техник. Ну и, конечно, здесь сложно угадать, что с чем сочетается, но вот мы постарались сделать, и у нас получился такой корабль. Конечно, он больше винтажный, так как, естественно, его можно использовать только как интерьерное украшение, ни в коем случае не для того, чтобы пускать на воду. Но вот такое произведение искусства у нас получилось. И ряд видео можно посмотреть, последовательность сборки того, как мы мастерили этот корабль, в определенном ролике. Ссылочку я скину внизу. Всем спасибо за внимание. Если вам понравился наш корабль, фантазия, как мы использовали, как его делали, ставьте пальчики вверх. Будет мне очень приятно. Всем спасибо за внимание. До новой встречи.